Я снова всех категорически приветствую. Сегодня мы опять делаем очередную распаковку очередных велоштучек из Китая. Вот. У нас сегодня три посылочки. Все три относятся к велосипедным штучкам. Начнем, наверное, с самой такой, может быть, не самой ожидаемой, но очень интересной. Заказал себе такую штуку для того, чтобы следить за своими результатами, так сказать, за результатами своих покатушек. Заказал себе такой велокомпьютер. Вот так выглядит он, так присылают. Кстати, запаковано очень неплохо. Пакет с пупырками. В мягкое замотали. И в коробочке. Видите, даже коробочка не помялась. Практически. Ну, разве что чуть-чуть. Вот так выглядит велокомпьютер. Он должен, во-первых, быть водонепроницаемый. Во-вторых, ну, видите, да, какой температурный диапазон. Он минус 20 до 70. Хоть в жару, хоть в холод. Ага, вон, видите, нарисовано, что в дождь можно. Должен мерить скорость, среднюю скорость, максимальную скорость, сколько ехал верхом, сколько ехал пешком. Вот. То есть там кучу разных параметров. Давайте сейчас его достанем, посмотрим. Порвал коробочку, к сожалению. Ага. Вот он. Ага, вот такой маленький. Наверное, в нем батареечек сейчас нету, я так подозреваю. Как он открывается? В общем, ладно, потом разберусь. Что у нас идет в комплекте? Так, это датчик, я так понимаю, который на раму вешается. Так, стяжечки для крепежа. Ага, и магнитик. Ага, это батарейка, видимо, к нему. И магнитик на колесо. На колесо. Где? Ага, он, наверное, батарейкой вот этой красы открывается. Ага, точно, как хитро придумано. А я ножом полез. Не понимал, не знал. Давайте тогда его уже сразу тогда и включим. Как он тут правильно включается? Ага, вот так, видимо. Так. Ага, вот. Появилась индикация. Время. Вот тут что-то переключается. Очень интересно, но не очень понятно. Ага, вот так вот он крепится. Оп, и получает данные. А это, видимо, на руль или на куда. Ясно. Так, а как он выключается? Ага, выключаться он не хочет. Неужели для выключения надо каждый раз вынимать батарейку? Это не круто. Ладно. С этим всем будем разбираться потом. Штучка, несомненно, интересная. Продолжаем. А теперь у нас вот такая штучка. Очень маленькая посылочка, но очень интересная. Здесь у нас колпачки для ниппелей. Должно быть там, по-моему, 20 штук разноцветных. А прислали нам китайцы ерунду. Там должны были быть синие, красные.
золотые, серебряные, черные. Они прислали нам 4 золотых, 4 серебряных и кучу черных. Ага, еще один не доложили. Вот мерзавцы, а. Ничего нету. Мало того, что не положили синих и красных, так еще и не доложили один. Вот так вот иметь дело с китайцами. Ну, штучки прикольные, на непиля накручивать будет красиво, интересно, позитивно. Ну, а тут у нас самая интересная, самая ожидаемая мной посылочка. Ждал я ее, ждал. Приехала она, наконец. Вот. Здесь у нас... Никогда не догадаетесь, что... О, какую-то карточку прислали. Царь обезьян, что ли? Не знаю, кто что. Ну, просят он 5 старс, что-то еще. Ну, дадим 5 старсов. Сейчас посмотрим. Даже в коробке, с ума сойти. Я думал, будет без коробки. Это у нас педали. Заказал я себе педали. Сам не знаю, зачем. Очень они мне понравились. Очень красивые. И описание хорошее. Вот. Педали из полимерного волокна. Очень легкие. Made in China. Хоть не обманывают. Коробка чуть помялась, но это не критично. Выглядят они. Ух ты. Ох, как же их вынуть-то. Вот таким образом. Шипованные. Педали. Ух ты, глянь. Классные. Вот такие вот педальки. Красного цвета. Должны быть легкие. Легче даже, чем алюминиевые. Так. А ну-ка взвесим. Да, 182 грамма. В районе 180 грамм должна быть каждая. А ну. 181 грамм. Отлично. Не обманули китайцы. Ну а две, соответственно, 363 грамма. Все точно. Вот такие вот педальки волшебные. Великолепно. Гляньте, с шипами, чтобы лучше цепляться, широкие. У меня сейчас просто узкие, и ноги немного соскальзывают иногда. Иногда. Вот. А здесь, соответственно, более широкие и с зацепами. Их можно менять. Видите, то есть выкручивать. Везде отверстия есть. И потом обратно закручивать. Отличные педали. Ох, как хорошо плавно ходят вообще. Вообще отлично. А ну вторая. Та тоже великолепна. Здоровские педальки, просто отличные. Будем пробовать, будем смотреть. Стоит, кстати, очень недорого. Там в районе, по-моему, то ли 20, то ли 30 долларов, что-то около того. Я думаю, как за хорошие педали, это достаточно демократичная цена. Вот. Ну, а вам спасибо за просмотр. Следите за каналом. Пока-пока.